Это что? Выброс, что ли? Куда? Уже, что ли? Ё-моё! FBI, open up! И всем привет, с вами Майор Крафт, и сегодня у нас, угадайте что, сталкер? Нет, стал кубик. Если вы помните, месяц назад я снимал такой сервер, как Крафт Зи. Так вот, у этих пацанов есть еще один сервер, а именно стал кубик. Вот когда я зашел сейчас в игру, я офигел реально. Я уж подумал, это я сталкер случайно запустил. Графика как смесь сталкрафта и крафтзета. Не игнорируй, читай советы. А чё их так много, блин? Я играть пришел. F-фонарь. Окей. На клавиш С обвес оружия. Ладно. Уже темнеет! Пока я дочитаю, уже темно будет. Играете с уклоном на РП, а не на типичную стрелялку. Так, фонарик мой. А фонарик, кстати, прикольно работает. Не сказал бы, что паралистично, но прикольно. А тот самый хутор разузнать у местного населения. Что тут? Фига себе они. А здесь вообще красиво. Смотрите, прикольно. Аж дым идет из пистолета. Сергей, здорово! Здорово, морда! Так, как с тобой говорить? Пустой рукой? Так, эй, парнишка, новенький, я раньше тебя здесь не видел. А ну, пойди сюда. Тут такой, будешь кем, куда попал. Я так приплыл за деньгами. Говорят, у вас тут можно заработать денежки. Ладно, серчай, да-да-да-да. Понял, понял, я не люблю это много читать. Лихой! Скупщик! Ребят, ну блин, это очень похоже на Сталкрафт. Но честно, я уже могу так сказать, атмосфера здесь получше. Единственное, этот цвет меня бесит. Вначале было прикольно, а теперь бесит. Я тебя слушаю. 10 рублей. Так, табак можно продать. Мешочек. Стоп, это... за пистолеты можно купить, брать деньги. Я понял, он все покупает. Ладно, я понял, кому нести все вещи. Блин, пипец. Я начинаю ностальгировать по Сталкрафту. Поможешь другу? Хорошо, пойду на охоту на хрюшек. Надеюсь, здесь монстры подружелюбнее будут, чем в Сталкрафте. Фрэнк, здорово. Я новенький, Фрэнк. Покажи, что есть сталкер. Товар. Хлебушек. У меня вообще денег нету, но у меня есть еда. Так что пошел ты нафиг. У меня все есть, я без тебя выживу. Брюзга. О, мне патроны дал. Ух ты ж, блин! Простите, я не хотел вам мешать. Вот это поворот! Слышу. Вот и плоть. Стоять, сказал! Фух, они здесь не такие имбовы. А как взять? На Г брать. Нормально. Первый глаз плоти. Так, задание. Блин, неудобно задания эти сделаны. 0,4, как это? Значит, на рыбацком хуторе. А где рыбацкий хутор? Ух ты ж, блин, собачка. У меня ножа нету. А где пистолет? Я выбросил пистолет. Стоять, собака. Я готов к бою. Ножик, мне нужен ножик. Еще! Но они здесь уже полегче. Не то, что стал играть. Здесь гораздо легче. Да какого я привык на F все брать? Мне надо поменять клавиши. Артефакт? Не, просто аномалия. А болты здесь есть? 15 болтов у меня всего лишь. Ну и что это такое? Мне их что, они тратятся у меня? Во, болты. Это так смешно выглядит. А можно как-то подальше кидать? Опа! Голову подпадал, блядь. Минус. Собачка. Еще одна собачка! Да жопа, кто придумал на F свет? Это что? Выброс, что ли? Куда? Уже, что ли? Ё-моё! Ах ты ж, блин!
Так. Можно использовать как-то. Так, свет уже не нужен, наконец-то. Без него прям атмосфера. А с ним как-то тупо. Кузнецов. Слушай, сталкер. А теперь ты перебинтовался, скотина, ты эдак, продавец. Покажи товар. Приветствую. Квест «Первые шаги», да. Приветствую. Приветствую. Можно мне патроны? Денег нету, я бомжара. Мне нужны деньги. Так, мне бы было проще, если бы они обозначались, эти квесты на карте. Брюзга, дай патрон. Сейчас бы шашлычок. Ой, да согласен зелень. С тобой, тоже а хочу шашлычок. Дай. Ее, больше 16 монет. Чайку хорошего. Ух, я бы не отказался. Сергей, ты слишком сер. Плоть для охотника. Так, сюжетная линия. Плоть для охотника. Не ставить. Что не ставить? Так, теперь надо найти пару мутантов и выбить из них. Плоть, давай, один на один. Я тебя кулаками заборю, тварь. Вы не можете разбивать блоки. Да блоки, да вы только не смейте меня за это забанить еще. Да дай тебя убить, гнида. Я твой глаз просто вырву, тварь. Куда бежишь? У меня уже хп нету. Ты перевяжешься, блин. Да ладно. Это еще сейчас было, мне просто не выпал глаз. Там тайник, мне нужен тайник. Ты что, меня догоняешь? Уху-ху-ху-ху. Пожалуйста. Yes! Патроны! Тварь, ну иди ко мне, паскуда. У меня теперь есть патроны. Они что, в дом заходить не могут? А чё я так торопился, что ли? Ай, лошпеды. Так, плоть, давайте все сюда. Ты издевайся, ты его не перезарядил. Сюда, гниды. Так, патроны я не хочу зря тратить. Давайте сюда. Сюда. Вы плоть или крыса? 5 патроны. Я тебя так и забью, понял? Ты куда побежал, а? А ну сюда иди! Кулаками плоти забью, вот это понимаю. Нафиг эти ножи, пистолеты, я мужик-мен. Ай-яй-яй. Ну ладно, ты меня заколебал убегать. Задание выполнено. И уже темнеет, и это как бы сказать нехорошо. Чего? А ты откуда взялась? Я уже убил всех. А где хабар? Уже темнеет, а хабара... Нету! Ты беги, беги, браток. Ё-моё, я только сейчас понял, что у нее дамаг хороший. Ну ладно, я уже сделал свое дело. Я, конечно, просрал свои вещи, но ладушки. 500 рублей, спасибо. Ты лучший. Пойду за патронами. Где у вас оружие? Теперь у меня есть денежки, давай сюда, наглая харя. Какого фига, когда я прошу его использовать бинт, он его не использует, а когда я не прошу, он его использует. 100 рублей. Так, а тебе... Опа-на! Все, жируем! В смысле, 3 раза по 100 рублей? Ты не охренел ли? Я думал, это за сотку рублей 32 патрона. Нож! Сколько надо? Можно я возьму нож? Ну блин, ну 500 рублей, обменник, мужик, ну давай обменяем, ну чё ты, блин, 500 рублей, не жадничай, ну какой мудак ты. Это чё за курс валют такой, у меня есть 500 рублей, и они ему не нужны, значит. С кем тут обменяться на валюту? Пацаны, есть разменник, мне разменять денежки надо, ну чуть-чуть разменять, фрей. Тебе нужно что, сталкер? Деньги разменять надо, мужик. За 500 рублей, а себе что-то можно купить? Брюзга, дай разменять. Сейчас бы шашлычок, да зеленью,
Да под хорошее вино. Он нож дал? Это ты мне нож дал? Дай тебе обниму, Брюзга. Спасибо. Братуха. Уважуха. Ку-ку! Ты так не спеши меня убивать, пожалуйста! Ё-моё! Нет! Нет! Винтов нету! Остановить кровотечение! Вы серьезно? А, слава богу, я уже думал, так до смерти буду. Ладно, не буду экономить. Я бы сказал, более атмосферно, что ли. Я, наверное, из-за того, что людей почти нету. Их, точнее, вообще нету. А когда меньше людей, больше атмосферы. Ребят, кажись, я заблудился. Что делать? А, не, все в порядке. Ну, блин, Санок, где плоти? Одна плоть нужна. И все, свободен я. Ах ты ж... Вот это я обосрался. И кажись, я сейчас сдохну, не? Слава господи. Во, плоть! Сразу две, да мне одна нужна, вы чё? Сразу три, да вы чё? Во! Ну ладно, я продам ваши глаза, ублюдки. Давай сюда. Yes! А теперь главное не перепутать фонарик и глаз. Спасибо Брюзге за ножик. Это уже он мне дал, да? Брюзга, дашь еще что-нибудь, а? Сергей! А посмотри, что у меня есть. Если твоя жопа приключений ищет, то считай, их здесь выдают. Так, так, так. Сергей, ты слишком сер для этого. О май гад. Теперь-то у меня денежки есть. А на этом, пожалуй, закончу. Если вам понравится, мы продолжим выживать в этом мире. Стал кубика. Так тихо и спокойно, никто не мешает. Даже хорошо, что здесь онлайна нету. Ладно, всем спасибо за просмотр. С вами был Майор Крат и всем покедова. Не забывай ставить лайки и подписываться на канал. Меня за плечо осторожненько так трогает. Я оборачиваюсь, а там кровосос. Ну да я не растерялся. Как заору, как прыгну на него. И давай ему глаза замазывать. Спрашиваете, чем кровососу глаза замазать можно? Как увидите кровососа в двух шагах, узнаете чем. Само найдется.